Казахстане увеличился спрос, в разы увеличился спрос именно на технические специальности. Это, конечно, IT, да, это, конечно, цифровизация, это, конечно, мобильные приложения, всем, что связано, да. Ну и помимо этого потихонечку, да, происходит, ну, это связано с ростом экономики, потому что я когда всегда говорю, кто же является настоящим клиентом университетов? Все думают, ну, студенты? Нет. Родители? Нет. Для кого мы готовим? Да? Для кого готовят университет? Они готовят для компаний. Вот спрос идет, конечно, со стороны компаний. Вот. Как вы смотрите сейчас на эти тренды внутри Казахстана? Ну, тренд то, что для компаний это, скажем, тренд 21 века. Если в средние века образование шло, если угодно, от религиозных учреждений, медресе, и в религиозных учреждениях, церкви, медресе, за образованием они стали, философское общее образование, математика, философия, физика, все вместе. Если, скажем, в 20 веке больше шло от государств, 19-20 век государства спонсировались, но сейчас все дальше и так дальше и будет, все больше и больше будет идти образование, мотивированное бизнесом. Так. И крупные компании, хотите вы того или нет, если даже не изначально, то в какой-то момент начинают входить в образование. Потому что первый фактор, который извечный фактор, фактор человеческий, фактор кадров. Кадры нужны всем. Причем происходит в силу изменения технологий, постоянные изменения идут, каждый, сейчас идут, может быть, 5 лет, а дальше еще будет учащаться. Это все изменения в требуемых обществу специальностях. Нужны ли там юристы, да не просто юристы, а IT-юристы, адвокаты со знанием IT, медики там, и так далее.